Итак, друзья, очередная пулька казацкая. Вот такая вот пулька. Люблю я пульки собирать тоже. Да, видно, вот с двух частей она как делалась. Видите, здесь место, где она разбиралась. И с этой стороны так само. С двух половинок ее выливали. Вот сюда вот заливали. Вот здесь должен был быть отросточек, хвостик. Но не всегда есть отростки. Вот такая вот пулька казацкая. Берем и идем дальше.